Cyber Justice. Посмотрим, что это есть. Что это такое вообще? Угу. Такой звук неприятный сейчас был, мне показалось. Гейм, дуэль, аркада нам нужна. Мы на прохождение играем. Жизни побольше. Difficulty. Relax. Мы будем на релаксе с тобой играть. Take it easy. Да-да-да. Так. О, смотри, здесь можно выбирать. Кем мы будем? Давай, что мы выберем? Давай, что самое интересное здесь из всех вот этих корпусов? Мне кажется, вот этот больше похож на Мегатрон. Вот этот вот? Угу. Вот этот? Да. Да, короче. Такой серьезный, брутальный чел, давай. А руки какие возьмем, давай. Смотри, детка, у меня циркулярная пила. Давай, что, пилу возьмем? Пила — это так няшно. Давай пилу возьмем, да. Ноги какие у нас будут? Ноги? Да. В рот мне ноги. Фак мой мозг. Так, давай, ну, вот я эти, не знаю. Нет, вот наверное, эти не, вот эти няшные, да, они подходят. Juggling legs, давай, окей. Так, выбирай себе. А теперь я, да? Да, теперь ты выбираешь. У меня есть, смотри, кактус. Кактус в руке. Кактусом тебе счистут. Что у нас еще есть? Отлично. Такой звук, да? Роботизированный, блин. Опа. Дуня Кулакова летит. Дунечка. Дунька. Я запущу тебя, Дуняшка. Дуня. Лети, моя хорошая. Так, ну у тебя что, циркулярка, да? Да, у меня циркулярка. У меня, значит, обычный бластер будет. Давай. Зелененький лобстер какой. Лобстер бадди. Огурчик. Я буду лобстером, хули. Лобстер бадди. Лобстер бадди. Лобстер бадди, да. Инцест. А мне бы я прочитал инцест бадди. Инцестовая. Что за эта игра будет, интересно? Фрог бадди. Фрог бадди. О, биг бустер бадди. B16. Бэм-бам. Квазимода бодди. О, квазимода. Нормал. Лобстер. Я буду лобстером. Давай, ты будешь лобстером. Лобстер — это очень круто, это мейнстрим. Лобстер — это практически как свэг, только лобстер. Да-да-да. Так, спайкет не. Что это такое? Somersault legs, spiked legs. Давай такие возьмем. Давай, наверное, вот такие somersault, ага. Окей. Level 1. Все. О-о-о-о. Братиш. Братиш, стой. Ой, походу нас уже тырит. Ой. Подожди, подожди. А смотри, анимация какая, ты заметил? Как стрелять, что делать? Пойдем вперед. Нам, наверное, нужно... Вот, да, вот друзья пришли наши. Дружина пришла, давай сюда. Смотри, какая плавная анимация для Сеги. Вообще, да. Смотрите, ребят. Настолько плавно все работает, здорово. Первый раз, кстати, да. Интересно, каждое движение прорисовано довольно неплохо. А мне кажется, это не движение не прорисовано, а сама... Сама игра делает вот эти движения на основе вот этих вот частей тела, мне кажется. Просто определенные движения прописаны, координаты, насколько двигаться, и они просто... Понимаешь, он очень медленно все это делает, почему-то. Вот в том-то и дело, потому что это сделано, видимо, программно. Не анимация готовая, а... Ой. Это программно, мне кажется. Как рэгдолл. Медленная, очень медленная атака, вот в этой игре мне это не нравится. Да, то, что атака медленная. Дело в том, что это не очень комфортно играть. Смотрите, как он... Угу. Я вообще в какой стороне? Ты сверху, да, ты зеленый. Понимаете, в чем дело? Враги сливаются. Да-да-да, кстати. С нами вот этот вот минус. Обычно враги как-то выделяются. Желтый похож на меня, потому что становится. Так это я вроде, нет? Все, я его развалил. Ты синенький. Смотри. О, да, кстати, это блок. Слушай, здорово. Вот анимация, да, впервые вижу такую плавненькую. Оп. А как ты... А, все. Прыгай, прыгай! Да бомбежки. У меня жизни уже... О, пришли. А тут жизни вон, восстанавливается. Я, кажется... А, это ты развалился, это я думал. Не-не-не, вот я здесь, на месте, вот он я. Пойдем вперед. А, это я развалился? Блин, а как начать играть-то? А ты же играешь у меня сейчас. А, точно. Блин, я что-то путаюсь в этой игре, это вообще жизнь какая-то. Да. Ты назад куда там стреляешь? Там ракеты не это. Откуда они летят? Пойдем вперед просто. Прыгай, прыгай. Ой, ё. Смотри, они показывают, когда да, они летят. Да, кстати, с какой стороны и в каком... Да, надо смотреть. Обязательно так. Ай-яй-яй-яй-яй. Что за ерунда? Тут только на букву А, да, я понял, так драться? На Б? Да, блок, прыжок и один удар. Угу. Он хлопает. А я не знаю, как-то у меня бластер был, работал. Да, как-то вот может, это... Может, как-то скомбинировать что-то, я не знаю. Ого. Во. Запинали, пойдем. У него ноги, смотри, остались только. Слушай, анимация здоровская. Довольно здоровская. Специфическая игра, на самом деле. Все-таки есть нормальные игры, но бьют они медленно, конечно. Атаки у них какие-то медленные сильно. Да?
Медленноватенько, а так вот. Ого! Атака должна быть атакой, в прямом смысле этого слова. Быстрая, дерзкая, пуля резкая. Да? Да, обнимашечки. Хочешь сделать? Развалили. Я так понял, надо вдвоем его бить. Да. Смотри, это удар вот такой же, видишь, смотри, точно так, как у тебя. Обнимашки, смотри. Обнимашки. Давай. Ой, ну, что-то ой, так, ой, протупили. Так, вот здесь нужно, да. Ой-ой-ой-ой. Блин, а как избегать этих ракет? Смотри, вон, прыгай, наверх идти. Когда они начинают гореть и лететь, прыгай, давай, прыгай, прыгай. Бля. Я прошел, да. Пойдем, пойдем вперед, пока ракеты не летят. Ой-ой-ой-ой. Да, ракеты не летят, я. Доставил, конечно, ты очень доставил. Прыгай, да ё-моё. Так, пойдем, пойдем вперед. Прыгай. Пойдем вперед, там прыгать. А куда вперед? Как тут перелететь этот момент? Я вообще, короче, погиб-то, я так понял. А, я понял. Я понял. А, он может летать, может, как-то. Ну-ка, давай, покажи класс. Давай, Брейн, полети, лети, Брейн. Прыгай ты кусок дерьма. Брейн, давай, лети, Брейн. О, видел, я практически долетел. Почти, смотри, да, на стриме. Почти долетел. Посмотри сейчас. Все. А я вижу. Я так понял. Fighting Subsystem Report. Боже, какие фейловые игры пошли, а? Да. Это ужас. Уже третий сорт пошел уже. А знаешь что, давай попробуем Battletoads поиграть, то, что мы с тобой... Помнишь, мы летали в первом выпуске, я Сеги был Battletoads. Самые первые, да? Когда мы там зафейлили, когда летали на скутерах летающих. Да-да-да. То есть мы давай дошли, попробуем. Дошли мне до она очень нравится. Я люблю вообще Battletoads, она очень приятная. Давай, да, давай Battletoads играем. Так, давай.